Друзья, всем привет! Прозвучал такой вопрос, для чего над буксой, вот в этом буксовом проеме боковины, наносят белую краску. То есть, видите, вот белая краска. То есть, эту краску наносят депо не просто так. А для чего? И почему именно белой краской? В основном, вот в боковине, да, есть такой радиус R55, то есть, вот эти вот места, они подвергаются, ну, очень такой хорошей нагрузке, да, что может появляться трещины, надрывы всякие, то есть, ну, может тележка сама по себе, боковина вернее, треснуть, да, ну, само собой, да, это все упасть, завалиться. Так вот, для этого и наносят белой краской. То есть на белой краске хорошо видны, когда появляются трещины. То есть какой-то разрыв, да, скажу тут, ну, видно, черная будет полоса, такая трещина. То есть для того, чтобы можно было осмотрщику или кому-нибудь, то есть, да, кто будет осматривать вагон при прохождении, да, вот смотреть на эти места, вот где покрашено, и выявлять трещины. Вот, то есть предупредить, то есть, чтобы не было никаких серьезных последствий. То есть появилась трещина, все, это уже, значит, негодная тележка, надо ее в ремонт. То есть для выявления трещин, одним словом, вот эти вот белые пометки, да, что белая краска носит, для выявления трещин. Вот в этих местах. Ну, в основном это R55, вот эти вот места вот. Ну, она может быть так и посредине, и тут, то есть для улучшения выявления трещин. Наносят для этого белой краской в этих местах. Но кто хочет добавить, пишите в комментариях под видео. Может, кто-то знает больше. Вот, мне задали вопрос, но я решил снять для всех, чтобы все знали, для чего это нужно. А на этом все, друзья. То есть вот видно, видите, там, ну, на всех сейчас наносят. Вот, ну для на этом все, друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставим оценки, устанавливаем колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. До свидания, на этом все. Всем пока.